Друзья, у нас сегодня на обзоре кресло Ajax Drive iFit. Кресло предназначено от рождения до 36 килограмм. У него есть много систем безопасности, капюшон, но рассмотрим все более подробно. В комплекте у кресла капюшон. На капюшоне вентиляционная сетка. Усиленная боковая защита одевается как с правой стороны, так и с левой стороны. Продумано все до мелочей. Если нет капюшона, то все отверстия закрываются клепочками. Ткань легко снимается и стирается. В автомобиле малыш крепится ремнями безопасности. Их легко может расстегнуть мама, но малыш никогда не сделает этого самостоятельно. Силиконовые накладки крепко держат малыша в кресле. Малыш растет, внутренние вкладки убираются. У кресла глубокое посадочное место 30 сантиметров. Ширина сиденья 34 сантиметра. Максимальная высота сиденья 65 сантиметров. Если вы вашему малышу уже более 15 килограмм, то вы вытаскиваете внутренние ремни безопасности и уже смело можете крепить его ремнями безопасности автомобиля. Боковые подушечки предназначены для малышей ростом от 40 сантиметров до 87. С рождения до 9 килограмм малыш ездит против хода движения и находится в кресле в позе эмбриона, когда он лежит на позвоночнике, а ножки немного приподняты. Кресло прошло краш-тесты. Если вы забыли, как его крепить, то на кресле есть специальная инструкция. Кресло в автомобиле крепится на систему крепления Isofix. Во всех автомобилях высота сидений разная. Для этого предусмотрена регулировка упорной ноги. Если кресло установлено правильно, загорится зеленый индикатор. Упорную ногу мы используем до 3 лет, а далее ее убираем. Мамы и папы, сегодня мы тестировали с вами кресло Ajax Drive iFix. Кресло удобное, комфортное, самое главное плюс то, что оно компактно и у него небольшая база. При этом есть упорная нога, капюшон. Кресло предназначено от рождения до 36 килограмм. Данное кресло 34 рекомендует.